Впереди у нас лампадка и буржуйка. У меня к вам огромная просьба, как матери, как педагога с 28-летним стажем. Отложите в сторону все. Соберитесь, поедьте в Российскую Федерацию, договоритесь о цене на газ. Вы, как президент этой страны, вам люди доверили, а сегодня они в вас сомневаются. И сомневаются не только в гагаузской автономии, но и в других регионах нашей республики Молдова. Не могут наши дети сидеть в школах при 15 градусах в кабинете. А у нас нет еще 15 градусов. Так впереди так, все. Так что давайте не будем говорить о вещах, которые не происходят. Давайте не строить себе такие картины. Мы сказали, что мы должны быть готовы ко всем сценариям. И это нормально, быть честными, потому что мы могли бы вам сказать, что все хорошо, что нет никаких проблем. А мы уважаем людей, и мы сказали, что есть риски, но мы делаем все возможное для того, чтобы мы не дошли до этой ситуации. Для того, чтобы уменьшить цену, это недостаточно, чтобы только мы захотели это. Нужно, чтобы и те, которые продают этот газ, чтобы тоже захотели. И если они не хотят, то мы можем с вами здесь очень долго обсуждать. А вы уверены, что они не хотят? Да, я уверена. Чем уверены? Вы идете на Крымскую платформу, говорите чушь, которая не соответствует действительности. Тогда мне идти договариваться о цене и нормально вести диалог. Но это неправильно. К сожалению... Я никому не плюю в лицо. Я вас благодарю за эту встречу. Я надеюсь, что у нас будут еще встречи. Я обязательно приеду.